твои наставники или кто-то, ученики там, не знаю, выступали с этим? Сегодня у меня будет выступать мой супер-атлет. Вот он. Он сегодня будет делать становую тягу в 100 килограмм. На помост приглашается Елен Вишер, 180 килограмм. Молодой человек, добрый вечер, добрый день. Сколько времени у нас, вечер или день вообще? Итак, поприветствую, что Россия. Еще день, добрый день. Чем вы тут людей кормите? Иван, 250 килограмм. И как? Ну не очень. Не знаю. Да? Вообще отличные. Ну, соя. Там еще что-то там такое. В сосисках. Куриное рубленое мясо. Сколько стоит и почему так дорого? Почему дорого? Не знаю. Если потом 150 рублей дорого. Все-таки вот, для цены, для качества, которое мы отдаем, это нормальная цена. Вот, а 150, а говорите, из мяса. Да мы нормально сделаем это, ну как просто шутка, как бы юмор. Спасибо. Хотите такими качками быть? Да. Точно? Да. А что вы думаете, девчонкам качки нравятся? Да. Да мне кажется, наоборот, все фу такие. А 160 килограмм это много? Для вас, для вас немного, да? Вообще круто вот это вот, веса поднимать. Да? Здорово. Будете заниматься? Да, заниматься. Здравствуйте. А чем дома занимаетесь? По 160 килограмм? Ну, почти. Да. Почти? Гости, через 10 минут начнется мисс Саратов. А сейчас просьба поддержать одного самого сильного и выдающегося спортсмена. На помост приглашается Трищ! Спортсмен, у вас осталось 10 секунд. Поддерживаем спортсмена! Новый! Да, молодец, давайте поддерживаем спортсмена, Трищ не смог. В общем, с
Сейчас я расскажу, почему у меня не получилось. Как всегда, я на тренировке делаю этот вес, но у меня определенный ритуал. Для того, чтобы сделать мой ритуал магический, который мне помогает поднять эти веса, понимаешь, это ритуал предков. Это не просто так, он должен там определенную последовательность быть. Вот я трачу на него 1.5 минуты. И как только я его сделаю, вес пожат. Я предлагаю вообще пересмотреть правила и как бы, ну, дать спортсменам больше времени, хотя бы 1.5-2 минуты подойти к снаряду и, ну, сделать вес. Тогда просто понимаете, вы все потом не сможете делать, я один только смогу, понял? Это все, что мы делаем в пару бас. Это все, что мы делаем. Вот это прям мощно было. 35 килограмм потянул. Время никак... закончилось. Ну никак я не укладываюсь в эти рамки. Вот в прошлый раз, когда книгу Григорьевича Гиннесса приглашали к нам в зал, для того, чтобы я пожал рекордный вес, они сфиксировали. То же самое были, они стояли вот минуту. Сказали, все, мы зафиксировали. Кого зафиксировали, я только начал кланяться, только целовал я эту штангу, они уже зафиксировали. Понятно, хорошо. Тебя понесло. Это все, что мы делаем в пару бас. Это дайджест.